Алло. Алло, да, здравствуйте. Говорите. Говори, долбоёб, алло! А ты когда-нибудь думал, что няшные анимешные девочки могут принести 1 миллиард долларов? Кому, например? Genshin Impact. О, ну у меня Виолетта играет целыми днями в ней. Так-то прикольная игрушка, она не, ну, не сказала бы, что она прям аниме. Она вообще максимальное аниме, ты че? Не, ну геймплейно-то она прикольная. Я иногда сажусь, там тыкаю, понял, переключаюсь между персонажами, там комбинирую ультимейты, абилки, бля, прикольная хуйня. Ну она простая, если сравнивать с какой-нибудь... Бля, сказал человеку, который в поеботу играет за этого челика, который крутится просто за циклона. И что, да, я кручусь, и что? Знаешь, один хуй сколько, блядь, на циклоне надо нажимать кнопок? 10 минимум. В натуре? Реально? Ну, то есть, ну, считай, 5 фласок. Фласки, блядь. Сустейнить рейдж, ставить тотемы на сингл таргет, но если тебе надо в кого-нибудь влить дэмэдж, там, в босса какого-нибудь. 2 тотема, 2 кнопки. Molten Shell нажимать, если ты влетаешь в мясо, и тебе нужно пожирнее стать на время. Вал Molten Shell, это отдельная кнопка, если прям очень надо пожирнее стать. А, Lip Slam, это, ну, прыгать. Не, ну прыгать там прикольно, конечно. Он так приземляется еще сочно. Это, вот сколько эта кнопка? 10+. Как дела у тебя? У меня делишки просто охуенно. Ремонт, конечно, все еще не закончен. Но я вот думаю, вот в мае можно будет начать что-то делать. Можно будет что-то начать делать, наконец-таки спадет эта корона хуйня, блядь. Там тем более эти спутником укололись, все нормально. Можно... А чё? У меня не падает, бля, а чё? А, так на другую кнопку в этой игре. Я как в PUBG думал, на F. Все, я ливаю нахуй. А чё у меня лосы такие, я ебал, ротик? Это что такое? Не, игра-то жрет вообще не больше мегабута. Натуре? Да, игры очень мало хавают трафика, пиздец. Можно охуенно играть с 10-мегабитным интернетом. Держу в курсе. Пинг, наверное, такой себе будет. А сейчас стало возможно играть вообще с супер минимальным пингом, даже в Зимбабве, блядь, какой-нибудь. С экзит-лагом, типа? С илон-масовским сателлитом, Skylink. Но наше, блядь, охуительное правительство решило, что это, блядь... запрещенное железо, блять. О, все, лоссов нет, нормально. Поднять сразу. Ой, лучший, просто, блять, клатчмейстер. А ты в курсе, что тампер ваншотает саперных челов? Ну, это, блять, просто подствол, который сам по себе. Гранатометик такой маленький. Бля, да он, по-моему, вообще говно. Он ваншотает сапера, лох. Так РПГ тоже ваншотает, если попасть. Нет. Да. Нет. Ну, нет. Если директом. Директ ебать импакт. Прямо. А тампер не директом. Понял? Да, ну, просто я столько... Я сам охуел, когда сегодня узнал. Ок. Хорош. Я с ним играл, на серьезном ебале пробовал. Прям ты вообще, ну, максимум серьезно, депутатская ебала, я надеюсь. Да. Вот, и я саперов, ну, по 4 хита прямо в них давал, и им похуй вообще было. Попробую еще, хули. Надо. Может, там скрытый ап, баф, нерф, блять, там... 1 хп у него. Стоял. Тихо, у меня в спине. Блять, мне дали нахуй. Не, я почесал бороду, бля, он мне дал въебало. Пока я чесал. Хули не копируется. Хорошо. Ой, бля, уже перезапущены, прилетели. А, так мы сквады же играем. Точно. А я слышу, блять, двух челов. Типа, один справа, блять, бежит, другой надо мной. А меня вообще убивает третий, блять, с соседней крыши. Я такой... Ок. Я и вышел с ним, блядь, выяснить раз на раз, блядь. Ну, я выяснил, я его отъебал нахуй, я его высушил, блядь. Ну, тут же, блядь, мрази ебаные, блядь, нечестно, блядь. Вчетвером на одного, блядь. Здорово, чатик, всем привет. Какие у тебя настройки графики? В душе не ебу вообще. А давай так, ты пропаровозишь их жестко, да? Вот как ты в поездке бегаешь, собираешь мобов. А так. Я с РПГ потом 40 зомби ебну одним выстрелом, что скажешь? Да не хочу. Не, в поездке, в принципе, дохуя мобов, там не надо ничего вообще собирать. Не, ну бывало, я видел. Ты, наверное, видел пачку харбингеров, блядь. Козы. Синие челы. Может быть, я видел, как ты собирал, а потом тебя ваншотнуло нахуй, и ты в тильт уехал. Знаю, игра такая интересная. А все игры интересные, в принципе, по-своему. Блять, а тут такие скалы интересные, не обойти, нихуя не сделать. А сколько у пилинга на пуля летит? 100? Слушай,
А какой там, белый или зеленый? Зеленый. Говно, там синий единственный нормальный. Я зеленый даже не подбираю, блядь. Ясно. Какие-то челы еще пришли под вышку, блять. Бля, ну я не вижу, куда спрею. Кента нокнул. Тоже кого-то кента нокнул. Ламыч. Лалыч репортинг. Нонок. Есть что не посмотреть. Хорошо, блять. Я там чел обходит. Че, кого-то уебал? Элокит. Бэйби. Не, он не пикает. Нокнул. Стоял. Охуенно! Просто, блядь! Ног. Хорош, уверта прямо. Сюда! Я чекаю, что передо мной. Я чел. Ног-ну. Доел. А я думал, он... Понимаю, он пошел. Бил его, меня в спину били. На крыше пистолетчик. Пускается. Сосите. Сосите все, блядь! В смысле, молодец, Димас. Димас, красава вообще. Кряк. И под забором бежит другая пати. Я вижу. Кряк. Я прям трех нокнутых видел сейчас. Я тебя пикапну. Блять, ну это было красиво. Ну ты же понимаешь, что игра говно. Игра отличная вообще. Ебать, изи. А где он находится? А он просто грант кидает. Другой вообще. Блять. Возьми чел. Моего что ли, блять? Два нока. Хочу дик. 30 см. О, 30 много, 25. Зачем? Чтоб хуярить по столу. Отличная идея. Когда недоволен. За трансформатором ебани. Банул. Да, блядь, тут и без крыши есть, нахуй. Чел, явно с ХА играет, идет типа чекает датчиком, блядь. Меня префайрит. Это шутка, что ли, какая-то, или что? Он ебашит в меня. Ему наебало летит чел. Как он не понял, наверное, не услышал. Блядь, конь ебаный. Ты гражан кинь. Но. Знаю, поэтому и говорю. Хорош. Ля какой, ля какой ебать, ля какой ебать, смотри. А чё, эти где? Чё? Чё, блядь? Ебать, я жёсткий чел. Вот он тогда ел, вот чел. Уебал сразу. Видел, да. Ну, я твоих убивал. Поднимает. Не поднимает. Да у меня, блять, комплект сраный. Пикает. Да. Я хочу взять ФАМАС взять, нахуй. У меня долбоёб считает, надо комплект взять, блять. Я бы комплект использовал как, блять, армур, нахуй. Как укрытие. Ебать! Само. Я запустил поиск, тебя выкинул он нахуй. Ага, да. Ты, может, все-таки скажешь мне, блядь, в лицо, честно, что просто не хочется такого друга, блядь. Ну да, на самом деле-то. Ну что, блядь, четверки не выиграть, блядь, этот не прикрыть, блядь, какие-то отмазки, блядь, типа комплект нахуй берется. Меня рекрент приглашает в игру. Что думаешь по этому поводу? Не знаю, хуй какой-то. Давай со мной лучше поиграй. Вот я нормальный человек, блядь. Плохого человека гизгептом не назовут. Предлагаю тебе сыграть в поя. Новая лига в середине апреля.
Как раз Харвест в говно занерфили. Было максимально сложно. Главное не поддаваться тильту, блядь. Не тильты, братуха, всегда иди вперед, голову, блядь, выставил, идешь как бык, просто удав всех, душишь нахуй, ауф. Хорошо, два. Нокнул друга. Тоже потный какой-то. Попрыгунчик, блядь. Боец! Два берста, блядь. А, там пиздобол. Так, дай посмотреть только. Чтобы убедиться. Да, стоп, просто пиздобол. Ок. Давай. Отлично. Чонок. Наверное, рановато, да? Одно. Отличная работа, Мартинич. Еще одного нокнул, еще одного нокнул. Ты же троих нокнул, я двоих вижу еще. Разные пати, походу. Разные пати, есть. На крыше чел меня убил. Пиздец, блядь. Да, блядь, что он двигается-то? Можешь лежать, я походу. Транспорт отключен. Убил сразу. Подо мной чел. Оклова. Доел. Грузовик. Вот тебя картофель. Нокнул. Грузовик взорвал. Меня чел. Нок. Меня еще чел. Еще нок. Убил сразу нахуй. Хорош. Меня чел резнулся. Давай, давай, добавь. Он улетел. Ага, хорошо. Сел в тачку. Да, не Волга. Тут. Кряк, ног. Отлично. Один в три. Нихуя. Станчик еще есть. И снизу. Соси! Хорошо, очень хотел, да, разъебать их? Очень хотел, пиздец. Я видел, как мансил, блядь, от последнего. Видел, бедолашка, блядь. Ой, сосочки свои дергает, блядь, не может нахуй. Ему там автонаводочка помогает, а он ее перекручивает, блядь. Не говори, блядь, автонаводка, оно замедляет только. Ага. Не надо пиздеть, я 10 лет на консоли, и у меня, блядь... И у меня, блядь, замедляет. Никаких наводок нет, блядь, сам поиграй, потом говори. Ну, у меня не передернут затвор, ебаный. Убил его. Хорош. Это шутка? Это шутка? Тебя ебал? Да, я убил себя. Знаешь как? Давай. Не, я ебал эту игру, это просто ужас. Чел у меня спиздил все. Вообще все. Он прыгает. Трекнул. Мог. Возвращается в бой. Ждите. Я совладал там. Они тебя сюда запушили или это другие? Меня пушат, да. Трое. Для всех. Здесь, здесь, здесь. Меня в минке крыша. Не успел, да? Ясненько, блять. Меня четвертый с абсолютно другой стороны убивает, и это их тиммейт. Жека видел, он снова лиги в Польше, скажешь по ней. Заебись, очень много же всего показали. Прям. Ого, новая дырка с мобами. Все, что известно. Это охуенные лиги. Вот просто вот, вот просто вот дырка с мобами. Все, больше ничего не надо вообще. Там какие-нибудь залупы, блять. Че с фейном? Он кого-то доел. У меня двое. Помогаю, ног одного. Думал второго. Хорошая работа. Убил. Нокнул. Левее один. Нок.
меня патронов вроде нет. Смокнул. Мне не хотела пуль. А чё, он встал что ли? Йо, засейвил, нормально. Слева, слева, упыри. Сори, я выпрыгнул, потому что наведение ракеты было. Слева, умер тоже. Сквад на заправке и сквад перед нами. И прикол в том, что мы вынуждены выходить, потому что наведение ракеты. И все. Это не там я, но долбоёб. Там с говном чел, скорее всего. Да, если ладно. Я уже заебался это повторять. Там чел идеально в меня дал два бурста, а потом хуяк и в гору давай стрелять, понял? Ханока хились. Еще один. Но. Хорош, добить всех. Твоего добей. Все, это у вас. Это что за прикол, бля? Бил он? Доел. Дальше бежит просто за тачкой. В канаву, блядь. Нет, там нет никакой тачки. Ну это шутка какая-то, блядь. Какой нахор болит, блядь. Есть. Живых было менее 25 игроков. Учитесь на своих ошибках. Удачи, лучший учитель. Вообще меня не видно. Просто фликает арбалетом Карл. Я не верю, что все эти игроки просто играют. Конечно, доиграл тут, блять, боги нахуй какие-то. Блять, играя с тобой, я никогда вообще не вижу таких игроков. Вот таких вот, блять, психов ебаных, которые просто какую-то хуйню ставят вот все время. Играя со мной, ты сказал? Да, да, вот играю с тобой, это пиздец. Какой подбор, блять, там, какой там самый, блять, крутой рейтинг? Diamond Plus, хуюз, блять, вот самый ебаный. Нет, 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 у меня... Это лот вообще, блять. У меня лот Бобби. Просто Unreal играть, блять. Там нет, патч... там что-то пиздят про то, что вайтлист дает бот лобби. У меня вайтлист, у Ламыча тоже есть вайтлист, я вчера уточнил. Мне сказали, что ему дали все-таки. Ну и чё, где? Где бот лобби, блять? Собираю пачку алкашей, нахуй. Вообще там просто идешь и выкашиваешь, нахуй, челов, блять. Вообще можешь нахуй ногой играть. Пока нельзя, могу шепнуть тебе на ушко что-нибудь. Ламыч. Ламыч. Ебать, криповенько. Криповенько немного, блядь. Лалыч. Лалыч. Не могу присоединиться к отряду. Так я у тебя в пати уже. Охуеть. Охуеть. Ну, да. Ты главный переживай там. Привет, Павел. Здорово, Кач. Привет, Чач! Передо мной чел. Я нихуя не вижу из-за трассеров красных, это просто пизда. Центр. Я банк. Ты что, банкир? Нет. А вот когда ты хотел стать, кстати. Учился на экономиста, вот это все, блядь. Ну такая, конечно, плохая была идея. Меня справа чего утром. Успел. Ног. Остались только вы. Закончите дело. Киндер стоп, да? Иди нахуй за лупок, блять, ебаный. Тихо. А это ты? А, нет, не ты. Это почта, если что, а не админка. Убил его. Хороший нахуй. Выстрел, на нахуй, бля. Вот чел. Какой невероятный урон я наношу, Сауга. Передо мной. Добей, добей, давай, блядь, помойка, ёбаная. Два, три. С трех берстов не нокнул, держу в курсе. По прямой бежит, блядь. По прямой. На крыше ног и накоцал. Бля, дядь. На красном, но... Хорош. Я ранен! У меня супер крысич. Ты кто? Кто это? Хороший. Я попал, выстрел. Охуеть. Охуеть, реально. Хорош. Бля! Ног дальнего. Два.
убил. Хорошо. Нет, я не играю в Counter-Strike. По моему мнению, КС уже давно устарел и живет просто за счет спорт. Волево молодцы. Крыша эпохи. Хорошо. В белом костюме. Так, одного. Твоя очередь, солдат. Разберись с этой сволочью. Что? Вот так вот. Вот лобби, ну, вот это, лобби. Это десинг. Не, вот это десинг. Забей. Просто у чела пинг, скорее всего, 100 плюс. И он бот тебя лобби. Видит, да нет, это бот лобби. Это бот лобби. Знаете, как работает неткод в этой игре? Чисто демонстрация сейчас будет наглядная. Охуеете. Нижний так. Чел уже прицелился, уже, ну, стрелять собирается, а у верхнего типа в этот же момент ничего нет на экране. Второй пример. Та же самая ситуация. Чел выпрыгнул, уже прицелился, уже видит модельку, а у этого кента еще нету ничего. Возникает из-за разницы в пинге такая хуйня. То есть, если у чела высокий пинг, например, китаец какой-нибудь против тебя, он пикает, он тебя уже хуярит, а ты его еще не видишь. Поэтому китайцы постоянно тебя переебывают, казахи постоянно убивают, потому что у них пинг 100 плюс, блядь. В PUBG такая же хуйня, только раза в 4 хуже. Стоял? Убежь сам. Он вообще не понимает. Он просто в ахуе от минометки, походу. А что, он вообще не летит, блядь, что это такое? Меня другой сквад спину убил, я просто, блядь, мать ел. Ням. За однушкой у тебя. Деньги есть, магазин тут. Заебись он, че, блять. Пра-пра-пра-тра-тра-пра-пра-пра-т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 ра. Ебашу в мать бурстом, бр-бр-бр. Прости меня, мамуля. О, Масяня, давно не слышались. Сауга, блять. Как ты еще терпишь, я не понимаю. Ты же обычно вроде сгорел и все, и вышел нахуй. Так, потому что играть не в чё особо. Поэтому терпишь. Ну да. Как это не в чё, а в PUBG? PUBG всегда актуален, и вправду. Это да. Бля, когда уже PUBG 2? Так они будут же PUBG Mobile застримить? Не будет же PUBG 2, будет вот этот New State, блять. Чё такое New State? Хуета на мобилке. Это название игры или чё ты сказал сейчас? Да. Прикол. Ну все, придется переквалифицироваться в мобильного плеера. Мобилис вроде можно геймпад причем, включить, да? Причем? Самый рофл в чем? Причем? New State выходит на мобилках, а через год, на ПК. Консоли? Понял, да? Да. Ну, но так я уже покупаю геймерский телефон, я год буду тренироваться на мобиле, чтобы потом врываться в компьютерный киберспорт. Кто нахуй в компьютерный киберспорт? В мобильный киберспорт знаешь, сколько денег, блядь? Просто X10 нахуй. Там просто X10 денег, блядь. Да, я знаю. А при чем здесь деньги, блядь? Я просто хочу соревноваться. Да-да. Посмотрим, блядь. Не, мне по кайфу турики играть, на самом деле. Я без призовых вон могу поиграть. А ты чё, за мной ты упал? Мозг отключил? Я люблю тебя, потому что... Нихуя камин-аут. У меня чё, на крыше? Блядь. Меня стёрли нахуй. Что это за пиздец? Что это за пиздец? Паразит, спасибо за 100 рублей. Мог бы и написать что-нибудь донать. А то не, мне пока потом водичку погреют. Перед налоговой объясняться, блядь, что это донаты, нахуй. Так. Налоги меня облагаются, блядь. А тут, блядь, ничего не написано, на нахуй. Довольно... Ничего не написано. Это кто тебе скинул? Террорист? Деньги на бомбу новую, блядь. Сука. В налоговой, блядь, работают бабки, нахуй, 70-летние, которые в душе не ебут. Что такое компьютер даже? Не то, что игры, блядь, там, стриминг. Им вообще до пизды. Они видят, ой, ебать, транзакция, нахуй, ничего не это. Пошел нахуй, заблокировать счет, блядь. Террорюга, по-любому. Блокируем. Гулагерован, блядь. Я вниз упал, нахуй. Давай, че, не на корову же играем, ничего страшного. Ряк. Что, блядь? У него тампер. Смокнул. Смокнул его. Стоял. Меня убили с серга или откуда-то. За гаражом файт жесткий, там призраки. Да ты, блядь. Я вообще не понимаю, кто у меня стреляет. Бля, полчища ебаных призраков. На карте светятся 3 человека. В итоге в деревне 2 сквада. В эпохе сквад. Перед эпохой возле серга еще сквад. Это просто охуеть. Ищу альтернативу на Warzone, поглядывай на игру скам. Что скажешь, норм игра, но если ты любишь посрать там, поблевать, то охуенная игра, да? Оно еще шкерится от роботов, которых хуй вообще убьешь. Не, мне больше всего понравилось, я смотрел стримы Коти, как он бежит, и у него персич раз, прям встал резко, блядь, и давай ссать.
Ну, короче, пока ссал, бля, вот хуячил робот какой-то. А там нельзя отменить? Охуен, не, нельзя, нельзя отменить. Ну, по крайней мере, тогда нельзя было, и он такой, блядь. Бля, такое говно ебучее. Я не помню, с кем я играл. С кем-то я играл, бля, такая сайта. Да, все эти игры говнина полная вообще для... Вы не с тобой играли, нет? Не знаю, для кого, нет. Я в эту хуету в жизни не знаю. А, и с... Бля, и не с котом, а с кем я играл? Это такое говно лето. Ног. Ну нахрен, очень удобно. Шот одного ног. На ви. Одного ног. Так а чё, не надо бояться заказывать игры. Чуваки, я дропну нахуй любое ваше говно. Что бы почему вы не заказали. Раскрашены? Так давай, ты сядешь, я быстренько сишку взорву. Мы так пробовали. Садись, нормально, сейчас все будет нормально. Пиздец, блядь, чисто раскрасили верх и думают, что я не заподозрю. Давай. Хорошо, блядь. Изи нахуй переигрывай. Многоразовый сапер! Это же надо затаймить, пиздец, чтобы долбоеб не успел там отреагировать, нахуй. Да, да, да. Он сейчас такой кликает, блядь. На триггер свой, блядь. Блядь. Он сидит, нахуй. Чел на админку заехал только что. Добегаю. Ну тогда поезжу вместе с тобой в стачке, послушаем Озон. Из Modern Warfare, типа. Может быть, Таката Фугара Минор? Кого? What you say? Такая хуйня трекстая вообще, пиздец. Мы с тобой как две подружки. О, я тишку наш. Слышь, он летит. Тишку малыш, ты где? Куда он, блядь? Я забыл. Валешек. Ты дома, блядь. Заебись, стал, блядь. Браток, а если б я упал в шахту лифта? А? А? Б. На админке чел. Да ты заебал, у тебя все админка, блядь. Что такое админка? Блять, вот нахуй, вот. С недавнего времени я узнал, что это спот называют Киев. Я вообще охуел. С какого, блядь, перепуга это Киев, нахуй. У меня в Екатеринбурге точно такая же стоит, блядь. Чё, кстати, через чуть больше чем полгода будем ебашить и 100 мегана нахуй. Потому что next колда будет ВВ2 нахуй. Колда. Слушай, ну она выйдет опять в ноябре, это ещё дохуя, это ещё 8 месяцев. Раньше выйдет батла 6-я. Чё там, с СТГшки ебашить, со степа, блять, с этого какого. Пулемёт 20-зарядный, 20 пуль в котором. Степ это вроде вот это вот подобие сникерса, которое как кирпич нахуй, что зубы сломать можно, когда кусаешь. Не, степ это ППшка с... горизонтальным магазином. Спорим, мы поднялись. Слева. Конечно, он сапер, блядь. Слева контролит. Ага, второй справа где-то. Отлично. Я тебя ухвачу за булки. Чел. Ног. Понял твоего. На отеле челы ждут пиздюлей максимально, блять. Чисто, блять, в рот насрать прям просит. Реально. Ну когда я узнавал, блять, ты видел, как они меня оба пикают, блять. Со своего говна, блять. У меня чел. Бил он нахуй. Гершана встречает. Забил. Так, да. Хуяся, дружка, не чекаешь. Так ебать, я бы и никогда не чекнул там место, чел. Там кавер есть, слышишь, стенка, которую ты любишь ставить? Ты тоже полюбишь, когда играть научишься. Вот тут чел. У меня чел в опа не бегает. Окно одно. У нас чел вот здесь. Окно. Эй, ебанул. Мне хуёво, я ухожу. У меня чел за зоной, блядь, передо мной прям нахуй. Что? Вот так вот, блядь. Просто бегает за зоной, блядь. А у меня просто чел за зоной бегает, блядь, с золотым противогазом и с тишкой. Интересует. Натуре? Интересует, блядь. Ну да, просто выбегает, нахуй, здорово, говорит, блядь. Я ж охуел, я просто не мог в него стрелять, я просто был поражен. Ну что ты, блядь? Так как где он, блядь? Блять!
Ебать, ты вовремя сказал. Круче, он там минку поставил, блядь, всю хуйню. Можешь поднимать. Пикает уже. Я встаю тут. Спрям. Контроль. Стан. Мимо. Я не вижу чела вообще, он меня стреляет. А чё это за пиздец, откуда он про меня знает? Все ничья будет, слышишь, свапнись и уеби его. Ты выиграл? Не, я проиграл. В смысле, серьезно? Нет, ты выиграл, не пизди. Нок. На крыше сейчас будет, слева. Готов застрелить? Вижу. Хороший выстрел. Еще один. Я в стане. Меня застанило за закрытой дверью. Не, я на сегодня все. Чё-то пизда, очень весело прям. Давай. Давай, покину. Пока. Можешь посмотреть предыдущие ролики. И не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новые.